привет всем подписчикам Until Bet. Добро пожаловать в Париж, добро пожаловать на Евро. Давайте немножко порассуждаем о встрече 1/8 финала с участием сборных Португалии и Хорватии. Я в этой встрече отталкиваюсь все-таки больше от сборной Португалии, хотя, наверное, про обе сборные можно сказать то, что у них не идеальная оборона, хотя, наверное, у хорватов чуть меньше проблем. Но все прекрасно помним матч сборной Португалии против сборной Венгрии, помним, как отработала в этом матче оборона сборной Португалии. Ну и, конечно, мы знаем атакующий потенциал и той, и другой команды. Поэтому в этом матче я хочу оттолкнуться от привычного низа для матчей плей-офф. Я хочу от него оттолкнуться и уйти в другую сторону. Мне кажется, что в этом матче будет то редкое исключение для плей-офф, когда сыграет ставка, обе забьют. Опять же, учитывая атакующий потенциал и тех, и других, ну и опять же, учитывая то, что все-таки и те, и другие не идеально играют в обороне, и, наверное, в первую очередь и то, и другое касается сборной Португалии. И сумасшедший атакующий потенциал, и далеко не идеальная игра в обороне. Ну и опять же, я уже сказал, мне кажется, что это тот редкий матч 1/8 финала, когда ставка обе забьют, выглядит очень и очень перспективно. Обе забьют, Португалия, Хорватия, ну а решать ставить или нет, только вам. Удачной игры и удачного просмотра Евро 2016.